И всем привет! С вами Чирик Петрович. И сегодня... Ну, как вы, наверное, уже догадались по имени, я буду обозревать наушники беспроводные. Так. Ну чё, погнали! Так, все, давайте начнем. Так, вот такие наушнички у нас. Вот такие наушники. Наушники. Фирма Harper. Да, Harper, да? Нет, Harper? Да, Harper. Фирма Harper. И эти наушники беспроводные. Они продаются там в Эльдорадо. Ну, короче, во всех таких электронных магазин и все такое. Так, сначала мы так можем дистрибуцию. То есть можно через микрофон, ну то есть можно там говорить, то есть микрофон там в этом, в этих наушниках есть микрофон. Ну, конечно же, они в них можно слушать. И можно подключаться, но подключаться там к компьютеру, короче, ну и все такое. Все, давайте же откроем. Но чтобы вам было видно, я, блин, не знаю, как сделать эту камеру. А, точно, вот так. Все, вот, я, вот, привет. Все, открываем. Так. Отлично. Все. Вот он внутрь, так, ну, обычный внутрь. Все, и достаем сначала наушники. Достаем сначала наушники. Вот. Вот они. Маленькие-маленькие. Они их регулировать можно. Там есть разные цвета. Красный, черный, по-моему, и еще синий я видел. Так, сейчас я сфигурирую на свой. Да, вот так. Я уже подрос, так что мне эти наушники... Да, вот. Я почти их уже до конца отрегулировал, так что так. В общем, ну, обычные наушники, а сам, так сказать, микрофон здесь внутри. То есть он внутри. Вот он. Я не могу его, конечно, показать, потому что он внутри, где-то вот в микрофончиках, где-то внутри, короче. Но это еще не все. К этим наушникам. Сейчас я поставлю с коробочкой. Вот сюда. Добавляется мешочек. Чтобы вот складывать туда. Вот так открываете. Берете наушнички. Регулируете до конца. Вот так. Хопа. Так, сейчас я. Так, хоп. Хопа туда. И все. Потом затягиваете. И все, пожалуйста. Так, отлично. Так что вот так. Можно не поцарапать, ничего. Мешочек такой прикольный, мягкий. Положил рядом с наушниками и коробочкой. Еще добавляется зарядка. Потому что без зарядки наушники будут работать, но недолго. Такая зарядка. Но еще предупреждаю, что эта зарядка подойдет для джойстика PlayStation 3. Да, то есть, смотрите, сейчас я возьму джойстик. Вот, для такого джойстика, это джойстик PlayStation 3. И вот зарядка от этих наушников подходит. И я могу даже это проверить. Давайте проверим вместе. Вот он. Вот. Я думаю, уже все догадались, то, что я прав. И я прав. Подходит. Все. Так что, знаете, удобная зарядка. Так, все. Кладем зарядку в его маленький кусочек.
А самый маленький мешочек, большой черный мешочек. Все, хорошо. С этим всем мы плюсами разобрались, то есть дополнительными. Но с этими наушниками не только можно слушать издалека, но еще можно и говорить по телефону. Это их плюс. О кнопках я расскажу потом, но сейчас о связи. То есть как говорить. Вот вы их купили, вот вы их открыли, мешочек там, все такое. И тут есть вот тут такая кнопочка. Вот тут она. Вот. Вот видите? И вы просто включаете. Все, я включил, и внизу должна вот загореться вот такая штука. Видите, загорелась. И должна прозвучать пик. Все, отлично. Типа, и вы думаете, все готово, все, можно слушать музыку. Но нет уж. Вы должны нажать кнопочку M, а то есть мод. Потому что вы должны подключиться со своего телефона с этими наушниками через Bluetooth. Потому что можно заметить на коробке значок Bluetooth. Так что эти наушники можно слушать только через Bluetooth. А потом уже делайте с ними что все хотите. Ладно, с этим разбираемся. Теперь связи. Ой. Я вам рассказала, как их включить, чтобы работало все. Теперь о связи. Так, в общем. Вот вы хотите позвонить другу, например, да? Другу, там, не знаю, Маш, нет. Саше, Алёше, ну, кому вы хотите, короче. Так. И звоните. И вдруг вы увидите место типа кнопки громко, чтобы не вот к уху, а вот так слышать. Там будет значок Bluetooth. Вы нажимаете, и там написано наушники, микрофон и еще что-то написано, я не читал. И вы сразу предугадываете то, что то есть эти наушники нужно переключать. То есть, например, ваш друг говорит, вы нажимаете кнопочку Bluetooth, переключаете на микрофончик и сами говорите. Потом, когда договорите, нажимаете кнопочку Bluetooth, наушники и слушаете своего друга. Все очень просто. Ну, все, это был весь обзор. Ну, а теперь, конечно же, о кнопочках. Так, сейчас подвинусь к вам, чтобы было все видно. Так. Ну, тут кнопочек. Так, раз, два, три, четыре, пять. Пять кнопочек. Ну, первую кнопочку, вы знаете, это мод, чтобы включить его, ну, чтобы Bluetooth был врублен. Кнопочка включения-выключения музыки. И кнопочка переключения. Например, вы ВКонтакте, вы нажимаете кнопку, например, назад, и вы переключаете на другую музыку. Это очень удобно, и не надо ничего делать. Вот так. Я вам уже все объяснил. Это все об этих наушниках и то, что зарядка подходит к PlayStation. Это тоже очень удобно. Это был весь мой обзор о наушниках Harper. Подписывайтесь на канал. Вот здесь ссылочка. И поставьте лайк. Всем пока.